Теперь переносимся за океан в США. Хозяева не стали забирать собаку в новый дом. Когда переезжали, они просто оставили ее вместе с ненужными вещами около старого жилища. И вот этот несчастный пес, можем его сейчас увидеть, его зовут Бу. Спящую собаку нашли на голом матрасе у мусорных баков. Пес преданно ждал своих хозяев, он продолжал охранять уже помойку и вещи, которые были на ней оставлены. Он все ждал, что люди вернутся за ним. И так уже получается, что людей он к себе не подпускал даже за сосисками, охранял это место. Но вот потом он все-таки оголодал, ослаб, и в итоге Бу доставили к ветеринару. Уже появились и желающие приютить пса, но пока неизвестно, обрел ли он новый дом.